Всем привет, ребят! Ну что, сегодня вышла обнова уже на английском сервере. И сегодня мы с вами будем выбивать новую имбу на моем новом аккаунте. Герой бездонатный, герой очень интересный. В общем, я его уже на Тайване прокачал, на вторую эволюцию показал. Можете зайти в плейлисты посмотреть. Герой действительно классный. Самое главное, что он бездонатный. Такс. Ну, Battle Pass, я вам это все рассказывать не буду. Все, я уже вам показал, скины показал. Мы идем ролить нового героя. Для следующих тестов. Такс, окей. Поехали. Кстати, что там у нас сегодня есть, какие-то акции? Не, больше ничего такого нету. Окей. Поехали. Анубис, нифига себе. Леди Лео. Медуза. Интересно, сколько самого у нас уйдет. 770к у нас было. Или 780. Ну и герои, конечно, на английском падают очень-очень неплохо. Фейка. Бугимен, нифига себе. Ведьма. Атлант. Мега имба. Причем бездонатная. Орк. Сердцеедка. Свален, ну что тут говорить, ребят, сыпет, конечно, после обновы круто. Бигфут. Дракос. Ну давай, рандомчик. Ара, Леди Лео. Ведьма. Блин, Леди, конечно. Стрелок, нифига себе. Вот это да. То чувство, когда тебе нужен один герой. Ну, сам по сути девать некуда. Так, призрачный. Паладин. Пятьдесятка, ребят. 50к уже у нас ушло. ПБшка. Еще один свален. Жесть. Классный герой. Заклинательница. Сердцеедка. Атлант. Блин, ну чувство, что здесь на английском сервере все-таки падает получше. Ну давайте уже. Окулист. Вот так вот, ребятушки. Ебой. Сделали мы это, выбили нового героя. Ну что я вам могу сказать? Потратили мы опять же фигню в районе 50к. И новая имба у нас уже есть. Поехали его откроем, этого окулиста. Сейчас немножко его прокачаем. Я ему сделаю вторую эволюцию 10-10 и ждите следующим видосиком, постараюсь вам уже запилить. Блин, а классно нападало за 50к, я вам скажу, блин, у нас реально нападало дофигище всего. Так, что там Battle Pass наш говорит? Короче, Battle Pass потом заберем. Поехали, откроем новую имбу. По сравнению с предыдущими роликами, это, конечно, смешно, за сколько он выпал. Ну, интересно, что-то. Может, вытащим новый талант.
Факт. Блин, и таланты неплохо падают. Среди дверемки уже. Талантик я уже тестировал у себя на этом, на Тайване. Показывал, талант действительно обалденный. И, конечно, если герою собрать по максимуму уклонение. Смотрите, как таланты падают круто. Реально есть смысл после обновы ролить. Действительно, что шансы намного выше, чем во всех остальных случаях. Так, ладно, чем мы играемся? Поехали. Поехали качать эту имбу. Тан-тан-тан. Вот все на английском сервере. 10 минут и герой готов. К максималке. Так, мы ему поставим для теста ВСУ. Ну, я пока его на восьмерку прокачаю. Потому что мы тестируем героев 8-8-10-10. Делаем ему вторую эволюцию. Окулист. Веселое название. Ну, короче, оккультист будет у нас какой-то, походу, на русском сервере. Давайте просветик подымем. На максимум. Так, вторая эволюция есть. Интересно взять, слить. Но туда придется, если посливать, это придется прорывы прокачивать. Героев прокачать заново. Книг надо будет очень много. Так, блин, ману не заюзал. Все, вот так вот, ребятушки, просто изи. Сделали его для тестов. Ждите уже тесты, пишите комменты, что вы думаете по поводу героя. Всем такой же удачи, чтобы выбить его с бесплатки. Всем удачи, всем пока.